В слове «столица» в случае Красноярска особое значение имеет вторая часть – «лица». По крайней мере, так считает мэр Сергей Еремин. Он уверен, именно люди делают город лучше. Как вовлекать горожан в жизнь города – это одна из ключевых тем юбилейного городского форума. Поэтому впервые форум начинается с районных площадок. Создавая общественное пространство, я бы хотел, чтобы у него был хозяин. Хозяин не просто в лице какого-то муниципального предприятия, муниципального учреждения, которое придет с метлой и там подметет. Но это не то. Это снова ничье. Это называется казенное. Не должно быть казенное. Если мы вкладываемся в общественное пространство, так это должно быть по-настоящему общественным. Первыми о своих достижениях рассказали инициативные жители Кировского района. Здесь привели в порядок несколько скверов, где теперь устраивают праздники. А улица Вавилова во время светового шоу уличного театра «Ремю Минаж» собрала 10 тысяч зрителей. Скажу, что и праздники, которые мероприятия проходили, они видно, как район преображает. Жители преображают район, и район преображает жителей. Но если мы не будем разговаривать о совместной вот этой системе построения района, вот, ну и города в целом, то мы, наверное, не будем так быстро набирать обороты. Как мне кажется, люди уже активно начинают участвовать во всех мероприятиях, во всех, будь это развлекательные, будь это какие-то более серьезные, да, как данный форум, как городской форум, районные форумы, где люди готовы включаться. Кроме череды районных форумов и самого городского, который пройдет 29 и 30 ноября, красноярцы смогут повлиять на развитие городских пространств еще одним способом – проголосовать на сайте 100 городских лидеров. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко, Енисей. Новости.